злой, бешеный был. Конечно, хотелось найти, наказать. Но, видите, Аллах так сделал, что все хорошо получилось. Никто никому не повредил. Все мирным путем привезли. Они испугались, что вся Алматы, весь Казахстан на ноги поднялся. Испугались, а вот и... Искали их. Они извинились? Ну вы, парни, простили этого сами или все-таки? Аллах прощает людям такие большие грехи. Кто мы такие, чтобы человека не простить? Конечно, я прощаю. Это просто они приходили, им объясняли, что не выдаем, нет. Им говорили, что нет, нет. Они не понимали. Ну, свой наглость показали. То есть они руку и сердце просили, а они отказывали? Эти, получается, соседняя сторона. Несколько раз приходили, отказывали. И вот... Когда он помолился, получается, они такой поступили. Вы с Айфель друг друга любите, да? Да, конечно. Если бы она против баб, я сам ничем удал. Зачем мне насильно кого-то замуж брать? Мы же 100 раз это просили, у нее спрашивали. Все, она сама согласна была. Она переживала. Ну, вы сами поймите, толпой человека похитит. Тем более, знать, что нелюбимый человек, чужой, которого она не признает. Как она себя будет чувствовать? Войдите в ее положение, и все поймут, что нехорошо себя чувствовала. Как можно человека украсть? Не по ее воле. Как можно вот таким образом? Человек 10-12 пришли в колледж вот так в масках. Это что такое вообще на самом деле? Это разве... Что за отношения на самом деле? Естественно, враждовать не будем, но предупредили. Сегодня, наверное, отец уже напишет отказное письмо, что не собирается посадить. Но пусть уроком будет. Другим, что так нельзя на самом деле. Совет Аксакалов и вообще старейшин будем собираться, вот как раз этот вопрос будем обсуждать, что на самом деле вот надо закончить вот такое отношение к людям. Оперативные и специальные мероприятия продолжались всю ночь. Между тем, параллельно оперативниками УБО была проведена праворазъяснительная активная работа с родителями подозреваемого. Им было предложено переубедить молодого человека и уговорить вернуть девушку в целости и сохранности к родственникам ее. Между тем, данная мера оказалась действительно влиятельной, данная мера оказалась эффективной. Под утро девушку привезли к ее дому. В настоящий момент все необходимые процессуальные действия в следственном управлении ДВД города Алматы продолжаются. Между тем, отметим, что на допросах девушка сообщила, что никаких претензий к молодому человеку не имеет. От подачи заявления она отказалась. Между тем, сейчас расследование так или иначе продолжается, но следует отметить, что будет во внимание взят тот фактор, что в отдельном пункте примечания к 125 статье Уголовного кодекса Республики Казахстан отмечено, что лицо, добровольно освободившее похищенного либо похищенную, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не усматриваются признаки другого преступления. Этот факт обязательно будет взят во внимание, и хотелось бы сказать, что мероприятие следственное по данному факту продолжается.